Вот, друзья, вчера привезли новую плиту, а сегодня приехал мужичок, ее установил. Вот. Вот она, новая плита. Правда, старая мебель здесь еще пока что. Ну, ничего. Вот. Ну и сейчас будет первое использование ее. К ней давался такой скребочек, чтобы ее чистить. Так вот, небольшой обзорчик. Вот такие здесь крутилки. Сейчас мы включим тут свет. Духовку я немного погонял, чтобы смазка, сжечь смазку, чтобы... Жена сегодня работает, а я вот тут на хозяйстве остался. И она говорит, давай макарон свари. Она скоро придет. И вот, что мы сейчас поставим. Включаем на шестерочку. И еще не нагрелась. Вот, пошло. Пошло. Вот, она говорит, свари макарончиков. И вот сейчас сварю макарон с сосисочками, сделаем. Вот. Ну все, ждем закипания. Ну вот, 5 минут и закипело. Засыпаем щербинских макарошек. Забрызгал всю полировочку, забрызгал, да? Все, что тут у нас, тут шумовочку. Вот. Ждем, когда сварится. Ну, собственно, сварилось. Ну, заправляем их сюда. Это мы сейчас промоем. Здесь просто сварим сосиски. Так, теперь мы подготавливаем сковороду. Так, сейчас разобраться, включаем маслица. И так вот. Пока включаем. Чтобы стекло побольше, меньше влаги, меньше будет брызгаться. Вот как-то так. Это себе. Все, сейчас будем варить сосиски. Вот и сосиски сварились. Выкладываем их обратно туда, сковородочку. Ну все, в общем-то, проверка плиты прошла успешно, работает исправно, макароны готовы, можно ждать с работы жену. Пойду выкладывать видео на YouTube. Все, всем пока.